Британия уверена в правильности ударов по Сирии. Нельзя позволить сделать использование химического оружия нормой, ни в Сирии, ни где-либо еще, считает глава британского правительства. Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, будучи уверенной в собственной правоте и руководствуясь национальными интересами. Об этом говорится в тексте речи британского премьер-министра Терезы Мэй, с которой она в понедельник, 16 апреля, выступит в парламенте страны, передает РИА Новости. «Скажу честно, мы действовали согласно нашим национальным интересам. В наших национальных интересах предотвратить использование химических вооружений в Сирии в будущем, а также поддержать глобальный консенсус о недопустимости применения химоружия», говорится в речи Мэй. Она подчеркнула, что удары по Сирии поддержали несколько стран. «Мы сделали это потому, что были уверены в том, что это правильно. И мы не одни. Действиям высказана широкая международная поддержка. В эти выходные я поговорила с рядом мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Италии Паоло Джентилони, премьера Канады Джастина Трюда, премьера Австралии Малкольма Тернбула и главу Европейского совета Дональда Туска. Все они высказали поддержку действиям Британии, Франции и Америки, отметила глава британского правительства. Министр обороны Британии рассказал о целях удара по Сирии. Как сообщал корреспондент Нет, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.